Видео из разряда не для всех. Речь пойдет о серьезной информации, связанной с открытием своего собственного бизнеса в США. Я сейчас очень плотно изучаю вопрос по открытию мобильного фастфуда. Встретился и пообщался с несколькими людьми, у которых есть свой мобильный фастфуд, в том числе в Омаха. Русскоязычные ребята, они достаточно в Омаха давно занимаются этим делом. Получил уникальнейшую информацию и хочу ее в таком немножко урезанном и сжатом виде вам ее представить. Мое краткое мнение, в принципе говоря, тема сейчас находится на пике в США. Легко такого рода бизнес запустить с минимальными капиталовложениями. Единственное, что это вы должны сами на первых порах уметь готовить, разбираться в этой готовке. Или иметь очень хороший подготовленный персонал, на который вы можете положиться, который вас не подставит. И иметь определенные деньги на запуск этого. И главное, идея. Если вы угадали, с чем вы выходите на улицу, с какой едой, и если это угадано, значит ваш бизнес будет успешным. А деньги для вложения крайне минимальны. И бизнес сейчас в Америке крайне перспективный и достаточно легко запускается. В отличие от России, где нужно собирать кучу справок, всякие там эпидемстанции, пожарные охраны, куча бумаг, куча взяток, куча поборов, куча проблем. Здесь ничего этого нету. Все достаточно предельно, просто, ясно и быстро. Вот. Ну, а дальше, собственно говоря, видео, информация. Здравствуйте. Да, я хожу, я просто в шоке. Мы слишком поздно приехали, не смог убедить жену, ей потребовалось сегодня срочно ехать в детский музей. Я говорю, поехали сюда, это гораздо круче. Вот мы и встретились. А ты подходил к нашему? Еще нет, сейчас пойду. Приятно видеть вас всех. Прекрасно. Повезешь ли мне довезти? Давай. Давай. Тогда снимать ты будешь, держи. А я потащу. Ох, слушай, он вообще... Не получится. Сзади вези, сзади вези. Задним ходом иди. Иди за папой, лезь. Thank you.
Нет. Так, ну вот и пришли. Главный менеджер по рекламе. Добрый день. Добрый. Можно накормить людей, детей. Постоянно приглашали, вот так это. Желаете что-нибудь вкусненькое покушать? Конечно. Да, конечно, желаем. Ну что-то такое, булочку с мясом, она любит, у меня булку, смотрите. Так, выбирайте. Да, лучше посоветуем что-то хорошее. Советуйте, на ваше усмотрение, что вы сами скажете. О, вот такой ассортимент, это с КГБ. Когда говорите булочка, булочка с мясом, вы что-то имеете в виду, например? Как впечатление? Не хватает слов. Кинг-Конг отдыхает, потому что, в отличие от Кинг-Конга, здесь сочная получается штука такая, а в Кинг-Конге пересушивают. А здесь прям по сусалам течет, просто все замечательно. Да, моему диетологу, Лёх, не смотри, не надо смотреть, как я ем вкусную пищу и не копи его, ну отлично. Чистый желудочный восторг. Просто отлично. Лиза ест, значит, прокачать вкусно. Лиза у меня очень переживает. Серьезно? Она не все будет есть. Самолетик. Самолетик. Ешь. И сама ешь. Сама ешь. Большая, сама кушай. Давай, сама. Да, бери хлеб, сама кушай. Есть. Не, она может поиграть. А у бургера не знаете. Сосиска развития. Вот, посмотрите. Довольно, ну, очень калорийный. Крутой то. То есть, очень оригинально американский. Да. Ну вот как аншлаг, я понимаю, был, да? Да. Фестивалем. YouTube channel. My YouTube channel about real American life is Midwest, Mid East is for Omaha. Oh yeah, yeah. That's pretty cool. Yeah, for sorry. Russian subscribers from Russia, Ukrainian, and then other Soviet countries. Sure. Yeah, you have a business, the same? I have a business. Yes. Which one? Yes, and I'm in this one right here. We have the cover on. Yes. Chicken salad, chicken strips, hot dog, it's a corn dog. It's yours? Typical American food. Christian Ryan! All the stuff that makes you fat. You know, the girls hear about a Snickers bar short of 200, and if you throw a donut, you can hit a fat girl. How long have you been doing this? So to my Russian friends, I can say, Здравствуйте, как дела? Меня зовут Стив, как вас зовут? Круто! Yeah. Steve, how long have you been in this business? Since what year? I've been doing this 22 years. 22? That's 22 years. Order. What do you think for US at the present moment, it's an optimistic type of business for like it's grown up or what do you think? The food concession business? Yeah. Is there an opportunity here? Yeah. People eat all the time, and if you can pull people together for fun festivals, all people always spend money on good fun food. Mm-hmm. Cool. That's a good word, yeah. Sure. Yeah. And that's true. So big, great, crazy food, it's a different concept than restaurant. One thing I like about it is you don't have what's called a brick and mortar. You don't have the expenses of a building and utilities and a staff all the time. You're targeting your market and you're right there where the crowds are at the optimum time to maximize your profit. Cool. That's the difference between brick and mortar and a mobile. Yeah, I know. Mobile that. Concession, you bring people, move food to the people. Sure. So the overall profit is better at the end of the day. It's flexible, it's mobile, so you can move it to another places, yeah. Sure. So there's a couple different concepts. You have what's called a stick stand, or a truck, or a trailer. For me, I still like the stick stand because I have more square footage in the tent to operate more, and I like more frontage space on the front side of the tent because I can run three sales lines. So for friends in Europe, if you're doing big outdoor events, see if you can operate out of a tent if they let you, and
and sell out of your longest side with as many cute cashiers as you can hire. Thank you. Yeah. It's very important information because there's a lot of people are so interested in how to start as a small business in the US as a, sure. with a small balance for a started. Sure. And here, it's such a mix. People love food from different countries. I've gone to some farmers markets, and you'll have in the mornings, you'll have food from France, from India. I've had Hungarian food in the mornings. You name it, everywhere. Gyros from many different Eastern countries and et cetera, you know. He makes a great sandwich. I had one last summer. They just tried it. I was blown away how good it was. Yeah, it's really delicious. I the like flavor. It. Flavor, yeah. It's, yeah. All, it's all in the flavor. Much better than King Kong. I would say so, yeah. Thank you. Yeah.